Здравствуйте, друзья! Я приглашаю вас на урок вязания. Уже лето наше в разгаре, а вот у моей Барби нет ни одного красивого нового платья или сарафанчика. Поэтому я решила вот с такой вот пряжи. Это шелк с люрексом. Связать для нашей Барби новый наряд. И вас приглашаю вас на урок вязания. Для того, чтобы много времени не терять, я уже связала вот такую полосочку. Будет мой сарафанчик начинаться отсюда. И сюда будет идти лиф, а вниз уже будет идти юбочка. Лиф я буду вязать вот такой пряжи, она чуть-чуть светлее, а вот саму юбочку буду вязать уже более темной пряжей. Ну что ж, начинаем вязать. Крючок у меня номер 3, 1,3 миллиметра. Желтым маркером это середина, а вот от голубого маркера я буду начинать вязать лиф. Узор будет очень простой, и вязать буду столбиками с одним накидом. Петли подъема, и накид на столбик, и в эту же петлю один столбик. Теперь через две петли в третью будет идти группа столбиков с одним накидом и в одно основание. Раз, два, и сюда же три. И так повторим еще 4 раза. Раз, два, три. У меня 4 получилось, еще 5-й будет. Так, закрываем этот ряд. И сюда же еще одну. Не три, а только две получается. Два столбика. Три петли подъема. Наше вязание мы поворачиваем. Теперь
Одну петлю пропускаем и во вторую петлю вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два и три. Теперь продолжаем весь ряд. Наш маленький коротенький ряд. 2 петли пропускаем и в третью петлю вяжем 3 столбика с накидом в одну петлю. Две петли пропускаем в третью петельку, 3 столбика с накидом. Еще последний раз. И заканчиваем ряд столбиком с одним накидом вот в крайнюю столбик, 3 петли подъема. Теперь посмотрим, что у нас получается. Продолжаем вязание. Так, сделали 3 петли подъема. Столбик пропускаем 2 петли. И вяжем 3 столбика еще раз повторяем 2 пропускаем в третий. Следующий делаем только один столбик с накидом, 3 воздушные и вязание поворачиваем. И продолжаем.
и один столбик, всего лишь один столбик, следующую. Вот у меня проблема. Этот люрекс, он такой непостоянный. Теперь 3 петли подъема. Поворачиваем. И столбик с одним накидом делаем в третью петлю. Вот у нас получился вот такой треугольничек. Теперь я сделаю пару петель. И можно будет вот так вот отрезать. Вот так вот у нас получился один лиф. Теперь я отрежу часть пряжи испорченной. Так, здесь я закончила, и здесь буду и начинать. С этой же петли делаю 3 петли подъема, продолжаю вязать 3 столбика с накидом. Еще раз 3 столбика с накидом. Столбик с накидом в последнюю петлю. 3 петли подъема. Поворачиваем. Три столбика с одним накидом в одно основание, в третью петлю. Столбик с накидом также в третью петлю. Три петли подъема. Поворачиваем. Столбик с накидом в третью петлю. Сделаю еще 2 воздушных, и можно отрезать нить. Вот у нас получился вот такой лиф. Потом можно будет решить, какие у нас здесь будут лямочки. Вот так вот получается.
Теперь здесь буду вязать уже юбочку. Юбочка будет другой пряжи. Вот с этой пряжи она немножко темненноватая. Так, я сейчас свяжу 2 ряда столбиками без накидов. Итак, друзья, я сделала 2 ряда другой пряжей. Она немножечко, конечно, толще получается, на какие-то доли миллиметров. Но ничего, теперь я буду идти. Будет у меня юбочка. Столбик с накидом я делаю в первую петлю, 2 воздушные, и в эту же петлю 1 столбик. Сразу же через одну петлю делаю 2 воздушные и сюда же еще 1 столбик. Через одну петлю две воздушные и сюда же вот такой будет узор. Он похож на узор, что я вязала лиф, и так буду идти до конца ряда. Так, друзья, сделала первый ряд вот такой ажурный. Он очень простой. Это такие треугольнички. Они относительно похожи на эти тоже треугольнички. Три петли подъема. И теперь все тоже будем повторять. Только будем в... Те же самые треугольнички будут у нас. Только будем в эти арочки из 2 воздушных петель. Те же самые 2 воздушные петли и то же самое. И вот так вот будет повторяться весь наш узор. И, наверное, вся юбочка нашего наряда. Ну вот, друзья, получается вот такой вот сарафанчик. Я довязала юбочку темными нитками. Сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов. И здесь я еще дополнительно провязала 2 ряда столбиками без накида. Вот получается вот такой красивый узор. Теперь я обрезала нить и оставила длинную нить для того, чтобы сшить вот эти вот спинку. На спинке. Так, теперь мне надо оформить вот эти лямочки. Теперь я вот этой вот пряжей темной. Вот этой темной пряжей буду обвязывать лиф. Начну, наверное, вязать отсюда, а потом перейду на лямочки. И точно так
С этой стороны точно так повторю. Здесь я буду идти столбиками без накида. А лямочки, наверное, будут просто воздушные петли. Что-то у меня здесь сильно много пряжи получается. Так. Значит, здесь я буду вязать, и надо немножечко стянуть, чтобы не было широкими бочка. Желательно в каждую петельку. Надо, чтобы не затягивались здесь петли. Лямочки будут просто воздушные петли. Здесь вот эта нить у меня оставалась. Я ее, наверное, ввяжу просто вместе, вот так вот. Еще немножко. И также сделаю с этой стороны. Обвязала я лиф с
с одной стороны, с другой стороны. И вот такие длинненькие веревочки, поворозочки сделала. Теперь можно нам делать примерку на нашей Барби. Пришила вот такой маленький крючочек. Так, на вот эту длинную нить надо будет здесь сшить. Так, теперь я зашью спинку. Ну вот, друзья, наш наряд готов. Теперь можно сделать примерку на Барби. Такие поворозочки. Ну что ж. Наряд готов. Сарафанчик с открытой спинкой. Итак, друзья, пишите мне комментарии, как вам понравилась моя новая работа, новая модель для Барби. Ставьте лайки, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. До свидания.